В Саратове в рамках Дней славянской письменности и культуры прошел концерт архиерейского мужского хора. В этом году мероприятие состоялось в Саратовской государственной консерватории имени Собинова. Архиерейский мужской хор Саратовской митрополии выступает под управлением регента Александра Занорина. Название концертной программы «В начале было слово». Прозвучали произведения «Придите, воспоим люди» Бортнянского, «Кондак святителю Николаю Чудотворцу» Голованова, «Сеныни» Твардовского, «Вечерняя песнь» и «Ночь» Танеева, «Амурские волны» Кюса, «Назарет и ее не буди» Варламова, «Русская народная песня в темном лесе», «Как-то ранним утром» в обработке Михайлова, «Посеяли ли он» в обработке Агафонникова, «Проимели Дубравина» в обработке Занорина.